всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников и описание к ним. Афанасий Бурцев. Портрет генерала Розена II. Григорий Владимирович Розен II родом из дворян Истлянской губернии. На службе с 1789 года под прапорщик в лейб-гвардии Преображенском полку. Произведен офицера в 1797 году, в марте 1806 полковник, с января 1807 шеф 1-го егерского полка, в марте 1809 генерал-майор, в сентябре 1810 переведен в гвардию с назначением командиром 1-й бригады гвардейской пехоты, с 12 декабря 1812 командира лейб-гвардии Преображенского полка, с мая 1813 начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии. Участвовал в кампании 1805 года, 1806-1807 и 1809 годов. Отличился в сражениях под Гудштадтом в 1806 году, при Бородино и под Красным в 1812. Сражался под Люценом, Пирной, Кульманом. В награду за это сражение произведен генерал-лейтенант. Лейпцигом и Парижем в 1813 и в 1814 годах. В 1818 году генерал-адъютант. В 1826 генерал от инфантерии. В 1837-1841 годах сенатор и член Государственного совета. На портрете Розен представлен в полковом мундире образца 1812 года с генеральскими эполетами и в походных офицерских панталонах рейтузов образца 1814 года. На плечи наброшена шинель полкового покроя. Вот такое описание. Картина находится в главном штабе Эрмитажа, Петербург. Описание картины «Портрет генерала Розена II». Автор Афанасий Бурцев. Пока-пока, до свидания.